Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, и добро пожаловать на прохождение Лего Гарри Поттер. Так, вчера мы только узнали, что сбежали преступники из Азкабана. И нам уже нужно, ребят, с двойным усилием готовиться к предстоящим... Что я тут? Предстоящим затеям Гарри Поттера. Спасение студента! Так, я их миллион монеток. Что-то уже с другой стороны мы теперь зашли. Так, сегодня мы с вами будем изучать. Кстати, призывы будем с вами изучать. Беллатрис, кстати, замучила до смерти отца и мать Долгопупса. Так. Хорошо. Отлично. И он изучает изгоняние. Так. Джинни Уизли. Отлично. И мы с вами собираем лягушку. Что? Я пошел лягушку. Нет, это сундучок. Из этого сундучка должен вывести. Отлично, получай по щам. Нет. Ага. Нифига себе, он спустился. Отлично. Гермиона. Я где-то видел, вот. Зелье, шляпа, звездочки, луна. Зелье, шляпа, звездочки, луна. Это что, сундучок у нас, да? Я так понял. Сундук странной формы. А это надувной даже у нас будет. Так, а что нам нужно делать? Надуть его? Зачем? Получай по щам. Так, и где он последний? Так, а где у нас ключик? Отлично. Так, Гермиону. Кота. Живоглота. Замечательно. И он нам ключ, в принципе, дает, освобождает. Ну давай, Рон. Теперь только ты остался у нас. Нет. Ура! Теперь мы научились изгонять с вами дементоров. Эксперта патронов. Я даже забыл, как это заклятие, кстати, называется. Вот, смотрите, потихоньку восстанавливаем наши умения, трюки. Эксперта патронов. Кстати, выдра вроде у Гермионы. Пес у Рона. Так, что это? Что это? Это что такое? Подождите-ка. Бегите, пусты, они нас нашли.
Это ее, кстати, подруга сдала, Джоу Чан. Так, мы знаем о вашем списке. Ну что ж, поделаешь, так, профессор. Это же я. Что? Нет, нет, нет. Это же я тебе приказал. Так, Фокс. Где Фокс? Что эффектный этот? Давай. Так, ну что, ребят, будем делать? Так, а куда теперь? Где призрак? Простите. А где призрак? А, вот он. Я уж еще подумал, что все. Габелла. Так, куда нам? Хагриду ты ведешь нас? Хагрид. Правда, я не помню, что там, что у нас должно сейчас за кастаны быть. Он Гроха хочет показать брата своего великана. Сказали сюда не заходить. Вот, опа. Надо держаться от них подальше. От кентавров. Так, а пес у нас есть? Нет, пса нет. Так, Герби, давай своего. Кота сюда. Ага, большая лейка. Замечательно. Так, подожди. Что мы с вами должны полить? Ага. Ага, понятно, что ничего не понятно. И что дальше? Что-то ромашки какие-то. Так, что нам еще не хватает, никак не пойму. А, вон чего. Вон до чего технологии дошли. Я уже все догадываюсь, что они хотят от меня. Они хотят, чтобы я вентилятор, да, какой-то построил, который поднесет нас наверх. Отлично. Так, знакомьтесь, это Грошет. А, господи, это мой, это же великан. Нет, это всего лишь мой брат. Двоюродный. О, Грошек видит новых друзей. Я, правда, его привязал, чтобы он не навредил ни себе, ни окружающим. Эх ты, глупыш. Иди сюда. И тут затрещали кости. Гермиона! Гермиона, давай поиграем с тобой. Так, дайте мне, говорит, инструмент. Ага.
дудку, скрипку и что там, балалайку. Да. Что это у нас? Так, тебе берем скелет, который будет танцевать, да? Надо вы так, кстати, при желтого походу попасть. Так, извините. Нет? Я подойти, я понял, что дудку. А где она, дудку? Где дудку взять? Я I don't know. Что-то тут спрятано. Так, вот он тебе дудка. Отлично, отлично. Грошек любит музыку. А, вот теперь я понял. Теперь нужно ему. Утка резиновая, которую мы уже видели с вами. Поднимаем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А грошику нужна гармошка. Хватит кататься, гармошка. Где нам гармонь? Играй, гармонь любимая, ребят. Помните передачу? Зажгем рок в этой дыре. Играй, гармонь любимая. Та-тай, та-тай, та-тай. Грох, друг, теперь нам, ребят. Ребенок, кстати, цели довольный, хлопает там. Что происходит? Что за наркомание происходит? А ну-ка, поставь меня на землю. И я приказываю тебе. Чего? А ну быстро, меня поставил на землю. Пока я не разозлилась. Ты меня понимаешь? Хорошо. Кстати, Хагрид, короче, сказал, говорит, заботиться о грошике. И они, короче, грошику вообще только один раз пришли. Он говорит, заботьтесь, пока меня не будет, если на всякий случай что. Нужен велосипед. И они один раз только всего лишь пришли навестить его. И то. Пришли они, потому что их взяли. А, это подарок, он говорит, вот, держи. Видите, он какую-то безделушку нашел. Замечательно. Так, вроде сейчас мы должны играть за Уизли. Будем с вами. Если я не ошибаюсь. Братьев Уизли. Джорджа и... Как его? Как второго брата звали? И Фред, да? Отлично, срезали, как мы с вами путь. Что это у нас? Самолетик превращает? Серьезно? Так, полет. Первую минуту полет нормальный. Одни монетки. Я думал, что нормальный даст он. Нужен ковшик. А где эти ковшик достанут, профессор? А? Половник, то есть. Какой ковшик? Та-данс! Ну это аклименция будет у нас учить. Ну что ж, Гарри, приступим к новому уроку аклименции. Приготовься! Сосредоточься! Поцелуй, веселье. Встреча с крестным. Ах!
профессор? Нет. А ну-ка, защищайся! Отлично, теперь мы в воспоминаниях самого профессора Снега. Так, что? Отлично. Замечательно, герб собран. А ну-ка, власть, кто там сидит? Ага, ты чё там прятался? Так, надо догнать молодого Снега. Снег, постой! Мы не желаем тебе вреда. Воспоминания Снега. Так он сидел, никого не трогая. Отец. Так. Кстати, на территории Хогвартса превращается в пса. Все такие, а, все нормально, все нормально. Ликантропия вроде бы называлась. А, это у этого ликантропия. О. Так, что они там угорают? Я вам дам, сейчас угорать будете. Так, ножницы. И давайте разрежем весь снег. Так, махач между Снегом и Сириусом. Отлично. Та-дам! А, грязные подштатники у Снега. Ха-ха, видите, какое. А ну убирайся прочь, говорит, больше никогда ко мне не приближайся. Вот так. Мы узнали небольшой секретик. Вот. Что, в принципе... Отец-то Гарри Поттера был-то, Джеймс Поттер был задирой в школе. Не задирал ты он, видите, Снега. Ага, что это у нас тут в большом зале? Так, заходите на экзамен вроде или что там. Только тише. Да, вот теперь мы, кстати, будем играть за Фреда и Джорджа. Что? О! Одна из веселых миссий, в принципе, этого уровня. Тихо, только тихо. Хорошо. Ха-ха-ха. И у нас откроются способности, кстати, мы будем на территории Хогвартса использовать вот такие шкатулочки, которые будут нам давать. Как я не знаю, как правильно их назвать. Бредилки Фреда и Джорджа, наверное. Так, ты шо, Фред? Поберегись! Отлично. Так, призываем огонь. И
мы с вами сооружаем батут, вроде бы, да? Батут. Отлично. Так, что тут скрыто от нас? Ага, котел. Так, скелетную руку мы уже с вами нашли. Замечательно. Так, извини, Фред. Так, 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 как-то нам нужно наверх проникнуть, ребят. Вот и цветочек. Так, и нам остается, что нам? Зубик остается. А где же зубик? Так, последний, а? Ага. Нет, мы это тоже не можем, кстати, почему-то. Так, это не то. Почему не мы? Мы же взрослые уже, в принципе. Может, тут что-то нужно? Нет! Ты что делаешь, брата? Так, а где он? А вот же он, блин, зубик лежит. Я не обратил внимания. Так, давай выпьем. Так, а что нажать надо? Е? Где нам нажать? Да? Так, теперь я сильный могучий парень. Йо. А ну-ка, разойдись. Замечательно. Так, и что это? У нас липучки. Замечательно. Теперь мы сможем по стенам, ребят, с вами лазить. Вот под таким специальным стенам. И, в принципе, Чарли Уизли, это брат старший. Так, тут нужно собрать. Тут мы не можем залезть. Ага. Ну, понятно, наверх нам нужно. Блин! Я спрыгнул слишком далеко. Это мы с вами убираем. Та-дам! Отлично. Так, что нас тут ждет? Так, гербик мы с вами. Так, тебе не обязательно, тут все мы не соберем. Замечательно. Так, Фред. Фред, давай. Подержи, я залезу. Золотая деталь. Та-дам! Ага. Так, и что это? Что за дивный сад? Дивный сад! Дивный сад! Ага. Так, откройте, пожалуйста, эту вам почту принесли. Так, вот тут, значит, короче, все нужно колдовать. Небольшая, в принципе, я помню. Передадим.
Два раза здесь Боб не был, два раза я и тупил жестко при том, что нужно в итоге сделать. Замечательно, свет передадим, хотя он нам очень сильно и нужен. Так, кто это у нас? Это Артур, порванный костюм. Зайди. Ага. Это значит второй рычаг, да? Ну давай. Монетки соберем. Приоткроем тайну небытия. Та-дам! Так, и куда это мы с вами? Я понял. Так, теперь нам нужен фитиль, да, вроде бы? Если я не ошибаюсь. Фитилек собрать? Вот он у нас есть. У нас получается атомная бомба. Так, у нас чего-то еще не хватает, я смотрю. Чего же нам не хватает? Так, злой колдун. Нет. Так, это мы соберем. Это хотя нам не нужно. Вот это давайте тоже соберем, чтобы он тут не стучал нам тут. Нет, не наводись. Нет, все нормально. Ну вот я же говорю, тут я и тогда, и сейчас, короче. Еще одна деталь должна быть ракетой, которую мы должны собрать с вами. А я где-то она тут скрыта. Так, это не то. Это тоже не то. Так, подожди, может... Нет? Бутылочка. Так, подожди, а чё? Звук такой, что собрать надо. Вот. Ну, блин, это книги эти. Дурацкие. Нет, это не то. Давай, скажи, что это. Угу, отлично. Вот мы и нашли, ребят, середину нашей ракеты.
Ух! Коробки Уизли обнаружены, доступны. Золотые блоки получены. Ну а теперь давай, Джордж, устроим напоследок, в принципе. С тобой бы отходали ее. Вот и наши метла, которые были спрятаны Филчем. Ха! Да, у них, в принципе, тут экзамен какой-то вроде бы идет. Что такое? Что за шум? А ну-ка, вы быстренько прекратите. А это, наоборот, кстати, еще хуже вы этот найти. Фейерверки, где, если на них заклятие накладывать. Ура! Пойдемте, пойдемте, ребята. А она все пишет. Ребят, что, давайте на этом, наверное, и попрощаемся с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Завтра в то же самое время. Всем пока.